Мне кажется, звезда вообще на танках, и это масонская звезда. Почему у американской армии звезды и у русской армии звезды? Это масонские знаки. Но Путин не масон. Мне кажется, что он мог быть масоном, я не знаю. Я не думаю, что он просто как-то всех, мне кажется, перехитрил. Что случилось в Узбекистане? Что случилось на Красной площади? И, к большому сожалению, я выяснил параллель между этими двумя событиями. МИД Узбекистана написал в МИД России. И, к большому моему сожалению, МИД России прогнулся и запретил мое выступление. Воссоединение Херсонской области, Запорожской, ЛНР, ДНР с Россией. Мне от этого очень больно, неприятно. Я аж задыхаюсь. Это такой нож в сердце от своих. Ребят, я же вас защищал. Я начал защищать русских, потому что верю всем сердцем в нашего президента и в Россию. С маленького возраста я поддерживал Россию. Люблю всем сердцем Владимира Владимировича. И я не прогибался. Когда меня попросили станцевать для президента в Севастополе, я поехал и станцевал. Мой ближайший друг попросил помочь, я помог. Мне запретили после этого возвращаться домой, в Херсон. Я до сих пор не видел своих бабушек, отца. Я до сих пор несу убытки, потому что все мои проекты закрыли, отменили все мои фильмы. И я не прогнулся. Когда началась специальная военная операция, я не прогнулся, я вернулся в Россию, чтобы поддержать русских, поддержать нашего президента. Когда в английских СМИ писали гадости про Россию, про президента нашего, я набил себе на груди татуировку, потому что я всегда защищал в то, что верил. Я верный. Меня попросили стать гендиректором в школе в Севастополе. Я решил помочь. Я спонсирую половину детей в школе. Когда девочка с Мариуполя приехала в Севастополь, просидевши в бункере месяц, я ее спонсирую. Потому что нельзя своих бросать. А когда МИД Узбекистана написал в МИД России, вы прогнулись, отменив мое выступление. Я мечтал, чтобы Херсон стал Россией. А вы кинули своего человека. Я верный, я не кину Россию, я не кину нашего президента, я буду защищать наших солдат. Ну, нож в сердце я получил от МИДа России.
если мы будем так прогибаться, если мы будем давать в обиду наших людей, ничего хорошего не будет. А когда человек вступается за русских солдат, вы ему даете пощечину, подло, больно. Я вдыхаю этот воздух, солнце в небе смотрит на меня. Надо мной картонный лист летает, он такой же, как и я. Со мною удобно на стуле сидеть, немного пространства не нужно. Такой, какой есть, и меня не задеть. И все потому что я узкий, я не в форме яйца. Я узкий, плечи уже лица. Я узкий, и мне повезло. Я узкий, тем широким назло. И по жизни взгляды мои узкие, но и мне так хорошо. Спасибо деду за узкий мой таз, мне большего таза не нужно. Такой, какой есть, меня просто сломать. И все потому что я узкий, место не деду вновь. Я узкий, в рот залезу я твой. Я узкий, и мне повезло. Я узкий, всем широким назло. Я узкий. Я узкий. Можем сейчас мы всех узких собрать и спрятать за кусты, за кусты, за кусты, за кусты, за кусты.